Фестиваль семьи сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского федерального университета – мероприятие ежегодное, которое проводится в университете уже более 20 лет. Мероприятие традиционно приурочено к празднованию Международного дня семьи и к Международному дню защиты детей. В этом 2023 году в фестивале поучаствовали 460 сотрудников вуза со своими детьми. Для самых маленьких гостей была подготовлена обширная программа, различные мастер-классы, интерактивные игры, интеллектуальные развлечения и, конечно, выставка конкурсных работ. Посетили фестиваль сотни ребят и их мам и пап, для которых это стало еще одной возможностью для общего досуга и веселого времяпрепровождения. Мы участвуем каждый год, вот как дети начали уметь рисовать, разговаривать. Старших, к сожалению, сегодня нет. Вот с ней сначала, потом вот с младшей, вдвоем уже участвуют. Каждый год что-то рисуем, что-то делаем, какие-то поделки, фотографии отправляем. Второй торжественной частью мероприятия стала концертная программа с множеством вокальных, театральных и танцевальных номеров. Открыла официальную часть фестиваля торжественная речь первого проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского, в которой была затронута и история праздника, и непосредственная значимость его проведения. Университетские семьи – это есть тот оплот, на котором зиждется вот эта большая корпорация, которая называется Казанский университет. Спасибо вам! Также слова приветствия прозвучали от председателя Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников образования Ирины Проценко. Она отметила, что семья – это опора каждого человека. Далее состоялась церемония награждения победителей и призеров детских творческих конкурсов фестиваля, а также конкурса «Самая активная семья». Это не просто фестиваль семей. Это фестиваль семейного творчества. Сколько замечательных талантов, сколько замечательных семей. Самая активная семья была награждена дипломами и сертификатом на речной круиз. Семьи, принявшие участие в большинстве конкурсов и отмеченные членами жюри, также были награждены памятными подарками. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Никита Акиньшин, Хафиз Гараев, Универньюз.